Через год на следующей площадке уже надо ездить на лошадях. Через еще какое-то время мне предлагают прийти играть в театр. Я должна знать какие-то пьесы. Собственно, для этого вообще, в принципе, артисту нужно образование. Потому что у актера есть инструмент. Инструмент – тело, язык, речь, внешность. Это все наш инструмент, без которого мы не артисты, мы… Ну, то есть, понятно, да? А я поняла, что мне необходимо образование. У меня появилась новая мечта, я мечтала попасть в Щукинское театральное училище. На еще одной съемочной площадке мне режиссер начал говорить о том, что тебе нужно поступать. И, конечно, будет здорово, если ты сможешь поступить в Щукинское театральное училище. Я сказала: нет, это невозможно, это лучший вуз в Москве, на моей любимой московской улице, на Арбате. Как я туда поступлю?